Всем привет, у микрофона как всегда Алекс Хелф, и в сегодняшнем ролике я расскажу вам, как легко и быстро заработать зомбокоины в новом ивенте, а также покажу все тачки с новой обновы и открою ивентовские кейсы. Ну а перед началом я попрошу тебя лишь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Я думаю, что вы это все уже сделали, поэтому приступаем к ролику. Всем приятного просмотра, а кто кушает, наиприятнейшего аппетита. При заходе в игру нас приветствует нашествие зомби. При нажатии на нее нам показывается множество заданий из нового ивента, а также раздел крафта нового скина и ивентовский магазин. И еще есть новая рулетка, которую можно купить за донат или зомбокоины. Наш статус сразу же вы заражены. Но есть и приятные новости, вы можете стать выжившим всего лишь за 100 доната, точнее 99. Этот статус дает такие бонусы, как 15% скидка на прокрутку рулетки ивента, повышенный шанс на упадение головы зомби, а также каждый отыгранный час вы будете получать в полтора раза больше бонусных зомбокоинов. Также зомбокоины можно получить за донат, но вам это не понадобится, потому что сейчас я расскажу, как же очень быстро фармить их. Начнем с того, что каждый час вам будет выдаваться 450 бонусных ивентовских зомбокоинов. Также у нас есть задания, которые можно выполнять ровно один раз в час, и выполнив все эти задания, вы получаете 525 ивентовской валюты. То есть за час только с этого вы уже получаете 975 монеточек, не здорово ли? Но это, друзья, еще совершенно не все, ведь сейчас я расскажу вам о том, как очень быстро фармить зомбокоины в новом режиме на арене, а там вы сможете получать еще больше. Ну а если ты все еще не играешь на Grand Mobile, обязательно скачивай по первой ссылочке в описании, а после регистрации вводи промокод HELF, который дает множество бонусов на старте. Ну и для начала рекомендую приобрести статус выжившего, если есть такая возможность, ведь за счет него мы получаем каждый час в полтора раза больше зомбокоинов, а значит при выполнении квеста в сумме уже более 1000 зомбокоинов в час. И после всего этого переходим к квесту победить в мини-игре подземельное выживание один раз. И здесь все наши фармильские махинации переходят в арену. Но здесь все довольно просто, но не совсем. За выживание в этом режиме нам будут давать по 100 зомбокоинов, а за каждое убийство плюс 5 зомбокоинов. Но зомби будут нас атаковать бомбами, поэтому не стоит задерживаться на одном месте. Но есть и подводные камни. Если при заходе в игру вы видите, что у вас просто не заспавнились зомби, просто перезаходите в другую комнату как можно скорее, где они появятся. Но разработчики пофиксят этот баг уже в ближайшее время. Ну а теперь главные советы. Вас 5 игроков на небольшой лабиринт, и скорее всего вы будете друг у друга просто красть скиллы. Потому, если это возможно, выбирайте тот путь, где нет игроков, дабы сделать свой заветный килл. А если хотите, можете убежать вообще полностью вперед. Никогда, никогда, друзья, не игнорируйте сообщение о том, что в это место скоро прилетит граната. Скорее убегайте и меняйте местоположение. Еще один важный лайфхак, который спасет вам 100 зомбокоинов за выживание. Если у вас закончилась броня, то просто попросите своего тиммейта или же друга ударить вас кулаком один раз, и она сразу же вернется. И еще, друзья, не знаю, с чем это связано, но это явно спасет вам жизнь. Если зомби должна прилететь граната, но вы его убили, все равно бегите, ведь даже с мертвых зомбаков отправляется граната на ваше местоположение. Ну и конечно, ребят, не забывайте, что мертвые зомби после смерти сразу же взрываются. Ну а теперь поговорим о призах. За одну игру, которая продлится в среднем около 2-3 минут, вы получите от 110 до 140 зомбикоинов, в зависимости от того, сколько зомби вы убили. Поэтому, ребят, постарайтесь по максимуму их убивать, чтобы получать как можно больше. Ну и в итоге, чуть больше чем за час, вы получите 3750 зомбикоинов за арену и 1200 за квест и payday. А это, между прочим, 5000 зомбикоинов в час. Ну и как я и обещал, показываю машины, которые вы можете купить в магазине за эти как раз таки зомбикоины. Ну а теперь, друзья, давайте попробуем как раз таки их и выбить. Сейчас у нас на балансе 1500 грандкоинцев, а рулетка стоит 169 грандкоинцев. Ну что ж, давайте открывать, надеюсь, нам выпадет что-нибудь интересное. И с первой рулетки нам дропается 100 тысяч. Это на самом деле очень слабо. Тратим еще 169 доната. И еще 100 тысяч. Ну, надеюсь, дальше нам точно повезет. Но нет, нам дропается еще 100 тысяч. Короче, походу это не окупная тема в ивентах, но все же ради контента, ради вас я это буду делать. И наконец дропается первый аксессуар. И очень даже красивый. Крутим дальше в надежде, что выпадет какой-нибудь скин или интересная машина. Но падает, друзья, 10 опыта. И это вообще ужасно. И еще 10 опыта, это прям ужас ужасный. Ну а со следующей 25 тысяч, что-то мне вообще сегодня не везет. Ну и еще 10 опыта, но я вас понял. И делаем последнюю прокрутку за зомби-коины, донат у меня уже не осталось. И падает еще один очень даже красивый аксессуар. Ну кстати, выглядит прям очень классно, но к сожалению это не окуп. Да и второй аксессуарчик смотрится неплохо, тоже на плечо. А вот на торговой площадке цены на эти аксессуары просто огромные. А второй так вообще 7 миллионов стоит. Но все эти цены, ребят, к сожалению, скоро
скоро упадут. Это такие цены, потому что ивент только начался, и это самые первые аксессуарчики. Ну и в общем-то, друзья, на этом у меня все. Огромное вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ведь у меня много всего интересного. А также не забывай поставить свой прекраснейший лайк, это меня очень поддержит. Ну а я с вами не прощаюсь, а лишь говорю пока-пока.